За 3-4 ДПС пошел сразу. Ну, это Очень много ДК скиллов. молнию с 5 раз Там этот бьет Анакин сразу вообще нахуй не инстантно. нужен. Ну, файт. Ебать их нахуй. Тут почти 4. Ну, 3 точно. Раз, два. 3 точно. Давайте регруппуемся все. Мне еще подлагивает, я там в стиме доту качаю. Пиздел, пиздел на доту и качает ее. Да. Это когда грустно и одиноко. Сейчас даю команду. Полетай, летим, 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 она летим, летим. Я лечу. Ебать, поздно. Много контроля. Было сразу уже нажать телепорт, нажать да. Разбав. Да, есть матрица, нет? Да, нету. Рез Клал в обычный. прошлый раз. И Я ребаф, понял. Паш, и контроль. А хули мы все стоим в ДК, нахуй? Хотя тут далеко не отойдешь. Бля, ну у них уже маги. Маг пачка, бля. А маги забей, такие ватные, что забей нахуй. Ну не осели. Сейчас я поставлю на карту, сейчас я. Мы в закрытом пространстве, нам негде бегать, маневрировать. Да, там фицер какой-то, это кто? Мясорубка. Мы не можем реализовать свой потенциал. В запретных вратах мы тупо потом, ну, реализовали его. Ну, тут как бы их в 3 раза больше. Им легче. Мы же залетаем не все в тайминг в одну секунду. Летаем обратно, что ли? Куда Нет. охотник Вот полетел? если мы одновременно залетим, тоже Куда ты, пару куда, Леха, ты штормов и летишь? привет. Ну да, им там выгодно, у них очень крутая позиция. Чё лишь залетаете туда снова? Релакс бьют. Орк. Лагерь. Вот как-то так. Этот. Ебать их. Вы видели, сколько их там? Да, их там больше